Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джанна Самайуктам Бинда Банам Ману Ванчакалпатаруэсчаки пасинду бевач, патитананг павуне бхавишнабе бьо намо намаха, мукан кароти вачаланг пангунланг хетигирим, ятки патамаханг ванде парамананда мадва, брендавай тусиде бай пиявай кисвасуч. Шна бхакти паде деви сатто баттвай намо намаха Нараяна намаскритта нарам чайва нараттамам Девинг сварасватинг вясам тато жайо мудире Шанкетане Кришна катхопадеш Гаури апатрасья пракасане ча Саданурапта гуру бхакти юкто Бхакти Прамодакша Ягод Барана Дхайям Сада Парибабагнам Абишчадохам Тетас Падам Сива Виринчанатам Сараньям Бхитатихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранаравиндхам Ядпада Баллавана Качандамани Чатай Вишфуржита Гимапигабхаваду Свадарш Пурнану Рагара Сасагара Сарамурти Сарадхикамай Кадам Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Аджан ламбита бхужау канакавадату, Санкитанай кавитару камалайатакшу, Бишамбару диджабару джугадхарма пало, Банде Ягат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Намами Ганге Тавапад Панкаджам Сура Сураир Вандито Диббарупам Бхуктин Чамуктин Чадада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тобам Вагам Нараяно Прияманангу Мадапахарам Баранаси Пурапати Бхаджаби Шанатам Ваги Шаджаша Бадане Лакшмир Джасача Вакшаши Ясастиде Самби Вам Нишинга Махамбхаджи
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Labdha sudurlabhamidam bahusham bhavante manussamarthadamanittamapi hadhirah turnam jatet na patet anumetu yavat nistriyasayo visayoho khalu sarvatoho svat labha sudurlabhamidam bahusham bhavante manussamarthadamanittamapi hadhirah turnam jatet na patet anumetu yavat Nistriyo sayo visayoho khalu sarvatoho svat. Гаудия Гоштхипати, Джагадгуру Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что мы в этом материальном мире находимся очень короткое время, буквально два дня. Мы в этом материальном мире находимся буквально два дня, и нет никакой гарантии, как долго мы будем находиться, и когда уйдем из этого мира, никто не может гарантировать, что мы будем какое-то время здесь. Еще нас перед смертью никто не предупредит, когда мы вынуждены будем оставить этот мир. И вот, живя в этом материальном мире, мы должны решиться совершать Харибаджан. Это должно случиться, поскольку бесконечное число времени мы скитаемся по всем этим 14 мирам, и случайно мы получили это драгоценное человеческое рождение. Шрила Прабхупад говорит, что это человеческое рождение, но может совершать Харибаджан, оно достойно, оно подходит для Харибаджана, и поэтому мы должны решиться успокоить свой ум, чтобы начать совершать подлинный Харибаджан. И те, кто прыгают в огонь майи, пытаются наслаждаться, мы не можем сказать, что они по-настоящему разумны. Те, кто по-настоящему разумны, они никогда не стремятся к наслаждению чувств. Поскольку Шрила Прабхупад сказал, материя или какой-то неживой объект, у него не может быть склонности к наслаждению. Это невозможно. Наше тело, оно состоит из этих пяти первых элементов, но в нем есть душа, атма, и поэтому мы заинтересованы в наслаждениях. И вот через долгое-долгое время сейчас у нас есть возможность, мы обрели это человеческое тело. Это человеческое тело не вечно, но имеет огромное значение, то, что может принести нам нечто настоящее. Вот эти слова значат, что это человеческое тело может принести нам подлинную артху, подлинное достижение. Я не говорю о дхаме, карме, артхе или мокше, это все временное. Обусловленная душа, посвящая свою энергию чему-то, она хочет получить награду, чтобы доказать, что она по-настоящему наслаждается своей жизнью. Но здесь, смотрите,
Слово «артха» очень значит, что это жизнь, она несет великое значение, что у нас есть возможность начать Харибаджан, находясь в этом человеческом теле, и не только это. Также мы можем обрести даршан Верховного Господа и достичь духовного мира и обрести вечное служение там, в том вечном мире. И вот эта жизнь, она не вечна, но имеет огромное значение. Можно вспомнить царь Кхатванга. Те полубоги, они благословили его. Они сказали, что хотят благословить его. Что ты хочешь? И царь Кхатванга сказал: я хочу знать о том, как долго я буду жить. О, ты будешь жить немного. Вот, 48 минут. Вот они посчитали, вот Дуданда, 48 минут, и за это время Кхатванга, он отставил все и начал Харибаджан Парикшит Махарадж. Он также очень быстро принял решение, и в течение 7 дней, вы знаете, что случилось, я не буду подробно говорить. И вот, хотя это человеческое рождение, оно не вечно, не стабильно, но оно может... Они даруют нам возможность достичь нечто большего. И те, кто дхира, те, кто успокоился, умиротворил свой ум, они принимают решение, что перед оставлением этого тела и вот пока мы будем жить, вот они решают, что пока не будут жить, мы не будут совершать Харибаджан. Материю мы можем везде обрести, в любом рождении. Не родились вы животным, насекомым, пчелой или каким-то зверем, везде есть свое наслаждение. Наслаждение, оно всегда есть в различных формах. И so actually nisriya saya vishaha visayaho kalu sarvatosat everywhere in every life. Везде в каждой жизни вы можете обрести наслаждение. You can try to get enjoyment and you will have to also suffer because и страдания также, согласно вашим прежним действиям, вы страдаете или наслаждаетесь от их последствий в этой жизни. И вот Прохлад Махарадж говорит, наслаждение мы можем получить в любой жизни, и поэтому мы не должны стремиться к ним, к этим материальным наслаждениям. И мы должны думать снова и снова о том, как мы можем совершать Харибаджан, это главное. И вот Шрила Прабхупад объясняет эту шлоку, вот о том, что такое Шрея и Прея. Шрила Прабхупад часто цитировал о этих двух терминах. Шрея значит путь к высочайшему благу, к наивысшему благу. А Прея значит наслаждение тем, чем хочет наслаждаться наш материальный ум, это прея. И вот Шрила Прабхупад объяснял это слово. И вот значение этого слова значит обрести Бхагават Ануграху, Бхагават Крипу. Шрила Прабхупад говорит, значение этого слова Нишре значит обрести Бхагават Ануграху или Бхагават Крипу, но мы не, прямо мы не получаем Бхагават Крипу, только через садгуру Вайшнавов. Имеется в виду обрести Крипу, милость от чистых садгуру Вайшнавов. Бхагават Крипу – это нишрея-са, то, что они могут даровать нам наше вечное благо. И вот на самом деле
Кулашикар можно вспомнить, вот он плачет. И о том, что мы смотрите, не заинтересованы в Харибаджане, но Кулашикар день и ночь молился Верховному Господу. Он хотел достичь его лотосных стоп, он не хотел находиться в этом материальном мире. И вот перед тем, как говорить об этом, я хочу напомнить вам из Брихат Аранья Упанишад. И там мы можем найти то, что Ягьявалка Риши говорит о Гарге. Гарги и вторая жена Майтри, как-то так. И вот Гарги, она спрашивает Ягьявалку. Ты раздаешь свое богатство нам, твоим двум женам, но я хочу спросить у тебя, с помощью этого богатства можем ли мы обрести абсолютную истину? Это возможно? И Гарги спросила этот вопрос у Ягьявалки. Ягьявалка не мог ответить и через какое-то время ответил, что нет. С помощью этого богатства вы не сможете обрести абсолютную истину. И зачем тогда ты раздаешь это богатство нам, раз оно бесполезно? Что мы можем с ним сделать, если с его помощью мы не можем обрести абсолютную истину? То что толку, что ты даешь это богатство нам? И вот нектар в этом случае значит бхакти. В 10-й песне я много раз уже говорил, Бхагаван Шри Кришна объясняет то, что те полубоги, они обрели нектар Пахтая океан, Самудра Мантан, но этот нектар, он не дал им должного результата, и это не был настоящий нектар. Может, конечно, какие-то телесные или материальные удобства можем получить, но или болезни пропадут у нас, пот, усталость, и сможем наслаждаться жизнью, но эти полубоги, они наслаждались своей жизнью, поскольку они уже обрели этот нектар, и я не буду говорить об этом нектаре. И вот эта Гарга говорит о... Вот эта жена, точнее, этого Муни говорит, что то, с помощью чего мы не сможем обрести этого нектара, это амриты, то что мы будем делать с этим? И после этого Ягьявалка Риши сказал: кто такой брахман, а кто не брахман? На этот вопрос Шрила Прабхупада очень часто говорил. И вот Ягьявалка говорит: тот, кто осознал абсолютную татву, этот Акшарам, Ом Ити Эк Акшарам. Вот это шлока из Гиты. Можно вспомнить, это она описывает Парабрахму. И если мы сможем понять полное значение этой Акшары, Ом, и вот если мы поймем по милости Гуру Вайшнавов и Бхагавана,
то все прояснится. Кто такой Брахман? Видитва, значит, узнав этот Акшар Брахма. Если кто-то вот, осознает Брахму, то он Брахман в этом мире. А Крипун, такой падшая душа, этот нищий кто? Ну, имеется в виду духовно нищий. Тот, кто не знает о трансцендентном. Вот тот, кто не понимает временной, непостоянной природы материальных вещей. Это все временно, всегда меняется, а трансцендентное, оно неизвестно, поскольку все трансцендентное, все духовное, оно не меняется. И вот кто такой Брахман? Шрила Прабхупад говорит то, что материальный ум, что значит, что имеется в виду под материальным умом, поскольку атма, ваша атма, не имеет никакой связи с материальным умом и телом. Но все же есть связь из-за майи. И вот с таким настроением, с мыслью о том, что когда обусловленная душа хочет наслаждаться, и вот это склонность к наслаждению проявляется как материальный ум. На самом деле материального ума нет. Он, имеется в виду, он не вечен. Я вот, как говорил об этой шлоке из Бхагавад-гиты. Материя, она есть материя, я уже говорил о том, что Пракрити — это материальная природа, она подобна и вот это Пракрити, она подобно большому базару, рынку наслаждений. И согласно нашим предыдущим самскарам, надеждам, впечатлениям, мы идем и выбираем объект наслаждения. А Пракрити может нам отомстить буквально, если мы склонность к наслаждению проявляем, то это Пракрити, она отомстит нам, поскольку Пракрити говорит, что и вот она, что это Пракрити, она открыла рынок различных вещей для наслаждения. Основное это Шабда Спарша Расаганта, то есть наслаждение звуком, образом, прикосновением, запахом и вот, ну, этими материальными органами чувств. Но обусловленные души, они так или иначе, они должны поддерживать свой ум, они должны помнить, что все, что мы видим вокруг, это не объект их наслаждения, это все это все для служения Кришны, все, что есть, все материальное и не только. Мы должны принимать это в качестве просада, в качестве милости. Это видение Сиддха Махатмы. И вот очень часто Шрила Прабхупад говорил то, что обусловленные души, они всегда выражают такую склонность к наслаждению, но Шрила Прабхупад говорит, если вы не чувствуете, что все, что
весь мир нестабилен, и все же, если вы стремитесь к наслаждению этим материальным миром, то будьте уверены, для вас невозможно будет совершать харибаджан. Шрила Прабхупад говорит, может, у вас есть склонность к наслаждению, но через ваше самопредание, через служение гуру и вайшнава вы можете возвыситься до уровня самопредания. И, но если есть какое-то лицемерие, какое-то двуличие, тогда вы не сможете избавиться от влияния этих материальных вещей. Шабари Риша. Потом Аджамил, потом и вот через их наслаждение они развили отреченность, но из-за того, что их сердце было просто, не было никакой запутанности, как Джаджати Шоубари, они, в их сердце не было никакой запутанности, и поэтому вы можете найти, они вроде внешне наслаждались чем-то, и но они признавали, но они признавали, что у них есть склонность к наслаждению, но так или иначе они хотели избавиться от этой склонности к наслаждению. Они признавали это, у них была честность. Они признавали, что они стремятся к наслаждению, но хотят избавиться от этого. И Шрила Прабхупад говорит, что у кого есть такое же простое настроение, то в этом случае может найти, что кто-то вот чем-то наслаждается, но постепенно они могут развить непривязанность по милости гуру и вайшнавов. И вот Шабари Риши, Джаджати, они были очень просты. И поэтому я из Бхагавата много раз говорил, И вот это правильно в этом, то, что в этой шлоке говорится, что даже есть у нас склонность к наслаждению, но все равно и если мы будем молиться Кришне, чтобы он помог избавиться нас от этого, от этой склонности к наслаждению, то Кришна, он поможет нам, и мы сможем впоследствии достичь совершенства и начать свое вечное служение. И вот Шрила Прабхупад говорит, что такое материальный ум. Материальный ум, он, Шрила Прабхупад объясняет, что ваша склонность к наслаждению, значит, обусловленная душа, когда она выражает свою склонность к наслаждению, то это проявляется в форме материального ума. И она принимает эту материальные вещи, которые связаны с наслаждением такой души, и отвергает то, что не подходит. И таким образом процедура принятия и отвержения, она, точнее привлечения и отражения, она происходит. И, но Шрила Прабхупад говорит, что вы совершаете гуру вайшнава Бхагаван Сева. И те, кто совершают непрерывную гуру вайшнава Бхагаван Севу, их материальная обусловленность не может находиться долго в них. Шрила Прабхупад говорит, что если они не совершают служение, то
И вот, вот он говорит, что те, кто заняты в служении Гуру Вайшнавам, они могут избавиться от майи. Майя не сможет войти в их сердца. И они освободятся от майи очень скоро. Но Шрила Прабхупад говорит, обусловленные души, они не всегда себя так ведут. А если кто-то делает что-то на показ, играет ну, какую-то роль, как в театре, то этого не произойдет. И поэтому Шрила Прабхупад сказал, что это стало хронической болезнью для нас, что то, что люди под видом саньяси, брамачари, они занимаются всякой ерундой. И даже кто-то делает вид, что он идеальный грехастха, но кто такой идеальный грехастха? Если мы увидим жизнь идеального грехастхи, то мы увидим у него, это очень ответственный человек. Шрила Прабхупад говорит, если мы можем увидеть идеального домохозяина, как Бхактивинод Такур, Шивас Пандит, Вакришар Пандит, Шивананда Сен, точнее. Можно посмотреть на их жизнь, она идеальна. И сам Махапрабху, и вот идеальный домохозяин, их ответственность очень высока, и процедура их баджана настолько великолепна, то, что мы не можем даже представить этого. И вот те идеальные домохозяева, у них очень много ответственности, но все же они совершают баджан. Несмотря на все свои обязанности, они исполняют свои обязанности, но все это в связи с Верховным Господом. Но вы должны думать, дважды подумать. Смотрите, сколько ответственности, сколько обязанностей у таких домохозяев. Но если они не будут контролировать свои органы чувств, то что они могут делать тогда? У домохозяев много всяких обязанностей, и гуру вайшнавы тоже зависят от них, но имеется в виду, зависят от Кришны, но внешне от домохозяев. И вот они делают свою домашнюю работу и все остальное. И если их органы чувств не будут под их контролем, то что произойдет? Чем они будут заниматься? И вот идеальный домохозяин гораздо выше, чем обычный преданный брамачари, имеется в виду тот, кто имеет в отреченном укладе жизни находится. Конечно, подлинный Гаудия Саду, саньяси, брамачарья или ачарья, у них тоже много ответственности, много обязанностей за все человеческое общество. И если они будут думать только о своем пропитании, то это не настоящее отреченное. Шрила Бхактивинод Такур говорит, что такие тьяги отреченные бесполезны. Если это количество таких отреченных увеличивается, это наверняка шутки майя. И вот Шрила Прабхупад говорит то, что как в драме, если мы увидим, что в театре кто-то играет роль саньяси, брамачари, так и в реальной жизни, к сожалению, происходит, что люди вместо того, чтобы следовать, просто имитируют. И это очень и очень опасно. Шрила Бхактивинод Такур говорит, что это очень и очень опасно. Шрила Бхактивинод Такур говорит, что пока они не разовьют свою отреченность, они не должны выходить из семейной жизни. Они лучше, если будут жить как домохозяева, чем пытаться имитировать отреченный уклад жизни.
И вот если такую жизнь домохозяев, они смогут развить смирение, то это хорошо. Это гораздо лучше, чем если кто-то будет принимать отреченный уклад жизни и заниматься имитацией и прочей ерундой. И в этом случае такие общества, которые это позволяют, это плохо. Ну и еще бывает такое, что такие общества, которые это позволяют, они сами склонны обманывать других. И также Шрила Прабхупад говорит, как и вот Шрила Прабхупад говорит, что подлинный отреченец, тот, кто живет в отреченном укладе жизни по-настоящему, такие саду, они очень и очень редки. И вот в начале всего мы должны слушать Харикатху. Шрила Прабхупад говорит, что это наилучшее лекарство. Мы должны слышать Харикатху, слушать киртаны, через которые постепенно мы сможем избавиться от влияния майи. Такова процедура. И Кулашикар говорит, я могу обсудить это, но до сегодняшнего дня, если мы у нас есть склонность к наслаждению этой материальной жизни, если до сегодняшнего дня мы наслаждаемся чем-то, стремимся к этому наслаждению, то нет никакой возможности начать совершать подлинный баджан. Если есть какое-то лицемерие, то это плохо. И вот в Варанасе был профессор Веданте. Он был великий ученый. И вот он каждый день, он пошел и вот он выходил на обед каждый день, и вот пошел очередной раз домой на обед, но жена случайно соль забыла положить в овощи. И этот ученый Веданте, он великий этот ведантист, на каждом шагу он гневался. Говорил, вы сабжи так, кстати, сабжи так готовишь, ни вкуса нет, ничего там нет. Но жена, она смиренно сказала, о, Прабу, я сегодня забыла положить соли, давай отдельно положу. А он сказал, что толку, как же я вкус этих овощей и соли получу. Вот начал критиковать жену, а жена вынуждена была сказать, что вы великие ученые, веданты, и если вы ищете вкус этого материального мира в овощах, и это значит, что вы не имеете вкуса к Брахме. По идее, вы должны иметь вкус к Брахме. И как это возможно, что если тот, кто развил вкус к Брахме, мог искать вкус в овощах? Его жена была необразована, но эти слова, они пронзили его сердце. Он этот человек был очень уважаем, и он начал думать, действительно, я изучаю веданту и объясняю веданту. Все говорят, что я великий ученый, но у меня нету прямого осознания. И вот благодаря своей жене я понял это. И вот еще такой же пример с того же Варанаси. Там был Дхарма Сабха, пригласили много знаменитых ученых, и вот они все говорили о Веданте. И это и вот была такая Дхарма Сабха, и
После этого, когда сабха закончилась, великие ученые, они говорили по этой веданте, но после этого, когда все, они закончили свою речь, то тогда этот Махарадж, который присутствовал на этой сабхе, он попросил одного саду смиренного: «О, Махарадж, вы сидите тут вдалеке». А тот сказал, что я не образован, нет у меня образования, как я могу говорить. Нет, вы должны что-то сказать нам, хотя бы 10 минут что-то скажите. И вот он сказал, что я веданту не знаю, поэтому его просили снова и снова. В итоге он начал говорить о веданте. И когда он начал говорить о веданте, вознес вандану, все пандиты, которые там были, они были восхищены. Как это возможно? Он говорит, что он не образован, ничего не знает, но какое глубокое знание веданты у него. Они были просто восхищены. И после того, как сабха закончилась, все пандиты спросили, как вы развили такое точное знание, такое чувство веданты, как это возможно, что вы делали, что смогли так великолепно объяснить веданту. И хотя мы ничего не можем иметь такое чувство, хотя всю жизнь изучаем веданту. И вот он ответил, что я любил моего Гурудева, и Гурудев любил меня всем сердцем. И вот мой Гуру Махарадж ушел, и перед по милости Гурудева я что-то осознал, и они начали спрашивать, как это возможно, хотя мы тут изучаем всю жизнь, и нету прямого осознания. И тот ответил, что с какой целью вы начали изучать веданту, с какой идеей, с каким желанием вы начали изучать веданту, перед тем, и вот тот великий ученый сказал: мы хотели стать великими учеными веданты. Хотя смотрите, вы изучая веданту, хотели стать великими учеными, а я хотел осознать суть веданты. И поэтому веданта пролила милость на меня. Я осознал ее суть, а вы стали знаменитыми учеными. И вот можно изучать много шастр, можно получить имя знаменитого ученого, но прямое осознание без Гуру Крипы невозможно получить. Без Гуру Крипы невозможно осознать все шастры. Может, у вас хорошая память, но вы не можете осознать все это, поскольку это возможно только по милости Гуру и Вайшнавов. И вот Шрила Прабхупад, он всегда говорил так. Шрила Прабхупад говорил: мы никогда не хотели стать великими учеными. Ну, то есть, точнее, люди, которые иногда хотят стать знаменитыми учеными, но они не хотят, как ни странно, не хотят получить осознание то, что они изучают. Кто-то стремится к какому-то внешнему знанию, но мы хотим. И вот кто-то хочет проявить себя как великого ачарью, великого пандита, а не познать суть на самом деле. И Шрила Прабхупад, он говорит, что вы хотите проявить себя как великого проповедника, но это неправильно. Вы не должны выражать такого настроения, иначе у вас не будет бхакти, если вы стремитесь не к чистой преданности, а к чему-то еще. Я уже
сказал то, о том, что кто-то может показывать, что у него есть отречение, как Майявади, например, у них внешне очень много отречений, но это все бесполезно. Майявади, они очень-очень отречены, но что толку от их отречения, оно сухое. И вот, а те преданные, они заняты юкта-вараги, гармоничным отречением. Шрила Прабхупад всегда говорил, и вот бхакти, бхакти парешану бхав, бирахти раннато, all simultaneously you can get. Бхакти, when you are going to get бхакти, at the same time, когда мы обретаем бхакти, и в то же самое время парешану бхав, пара ишу анубав, то прямое чувство о Верховном Господе. И вот, когда мы обретаем бхакти, будьте уверены, то в этом бхакти парешанубав, пара ишу анубав, осознание уже будет там. И вирокти арнантра, значит, мы почувствуем непривязанность к материи и тел, и тем вещам, которые не связаны с Кришна-бхаджаном. Но то, что мы можем использовать в Кришна-севе, если мы откажемся от этого, это зовется просто каким-то сухим отречением. И вот Шрила Прабхупад говорит, вы совершаете ошибку, поскольку эти вещи вы можете использовать в Кришна-севе, и не нужно использовать их для своих собственных целей, то, что вы можете использовать для Кришны. И это зовется юкта-вайрагья, это автоматический фактор бхакти парешана-бхав. Те, у кого есть уже преданность лотосным стопам садгуру, вот этот термин значит, что те, кто уже предался чистым гуру вайшнавам, для них иначе нет вопроса. И те, кто полностью предался лотосным стопам гуру вайшнавам, дан пример такой, что один человек очень голоден, не ел уже несколько дней ничего. И вот такой очень голодный человек, пример приводится. Когда он принимает просад ложку за ложкой, то Вишвана Чакравартипад говорит, с каждой ложкой просада, которую он ест, насыщение и удовлетворение приходит. Тушти и пушти питание. И насыщение, и его голод, чувство голода уходит. И вот постепенно оно уходит, поскольку он ест просад. И одновременно с тем, как он принимает просад, он чувствует удовлетворение, насыщение. И голод его уходит. И вот эти три вещи, они одновременно происходят. И вот такой пример дан Шрилы Прабхупады. Анугасам значит
с каждой ложкой прасада он чувствует насыщение. И, но главная наша болезнь в том, что я уже много раз сказал, то, что Шрила Прабхупад никогда не использовал, не давал возможности никому отдыхать. Это была техника Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад всегда занимал всех в служении Хари, Гуру и Вайшнавам все время. Любой, кто приходил в Шичитанья Матх после исполнения своего служения, Шрила Прабхупад спрашивал, какое служение вы сделали, и давал новое служение. И так непрерывно происходило. И вот все время Шрила Прабхупад давал служение всем, и это зовется. И это секрет баджана. И однажды несколько преданных пришли в Чайтанья Матх. Шрила Прабхупад обычно занимал их в служении, и вот они вернулись, и один Махарадж, он думал, что он великий проповедник. И он сказал о одном преданном, который не проповедовал внешне, снаружи, но он был занят служением в Шри Чайтанья Матхе все время. И вот однажды он сказал о том преданном, что он образованный, а ничего не делает, не проповедует, живет в храме только. И вот он сделал такое плохое замечание, без какой-либо причины. Хотя тот преданный был занят в служении, которое дал ему Шрила Прабхупад все время. И вот тогда Шрила Прабхупад узнал об этом, что он критиковал того преданного. Шрила Прабхупад, он стал подобен льву и спросил, кто ты, чтобы говорить такие вещи о нем. Поскольку Садгуру может почувствовать сердца всех своих севаков, сердца всех учеников он может почувствовать, и поэтому он, Садгуру, он может осознать сердце каждого преданного, какое настроение внутри его сердца. И вот Шрила Прабхупад, это было известно Шриле Прабхупаде, то, что тот севак, который совершает служение внутри Чайтанья Матха, он всегда думал о Шриле Прабхупаде. Его сердце было у лотосных стоп Шрилы Прабхупады. Прабхупад знал это, знал, какую любовь он имеет к нему. И таким образом Шрила Прабхупад соответствующе относился со всем. Но кто-то хочет показать себя как великого проповедника, к ачарью или саньяси. Но Шрила Прабхупад, он такие попытки он предотвращал, насколько мог. И вот еще один пример из Мадья-Прадеша. Был один пандит там. И вот в Варанаси он получил образование свое, но очень беден был. Денег не мог заработать. С одной стороны, он пандит был, с другой стороны, не работал нигде, не проповедовал. И вот пришел к царю, был там царь один, и вот он пришел к царю, и царь, и вот спросил он царя, говорит, что хочу Бхагаватам вам объяснить. А царь непростой был, он тоже был духовным человеком. Ну, не совсем духовным, но... А, точнее, не был материалистом, был духовным человеком. И этот царь попросил пандита, что до сегодняшнего дня я вижу, вы не получили полную милость Бхагаватам. И как вы можете мне объяснять Бхагаватам, почему, он спросил. Я вот образование в Варанаси получил здесь и там,
могу Бхагаватам читать и остальное, и Веданту, и то, и все. У меня степень ученая есть. А царь ответил, да, степень у тебя есть, но милости Бхагаватам ты не получил, поэтому сначала пытайся получить милость Бхагаватам, потом ко мне приходи, возвращайся к своему гуру. И вот он расстроен был, и через несколько месяцев опять пошел к царю, чтобы тот послушал Бхагаватам от него. И царь сказал, что не чувствую, что ты получил милость Бхагаватам, иди назад, вот пытайся получить милость Бхагаватам и возвращайся. И вот несколько раз он говорил так, и для этого пандита было оскорбительно это, он думал, что все, больше не пойду к царю, и после этого он вернулся к свой дом, развил какую-то непривязанность, отправился в Варанаси, начал читать Бхагаватам перед Каши Вишванатхом на берегу Ганги. И царь уже не ходил. И единственная причина потом, когда он пришел к царю, поскольку он знал, если я... Но в смысле, почему он ходил к царю, поскольку он надеялся какое-то пожертвование крупное получить от него, но потом он развил непривязанность, отправился в Варанаси, и там на берегу Ганги перед Вишванатхом он читал Бхагаватам и почувствовал однажды, и царь, что-то произошло, потом царь начал искать этого пандита, куда он ушел, уже год прошел, не приходит, все. И после этого этот царь, выяснил, где он находился, то, что он в Варанаси, и царь в обычной одежде, оставив все, пошел на то место в Варанаси, принес полный распростертый поклон этому пандиту. И царь обнаружил, что сейчас он читает Бхагаватам, и слезы катятся у него из глаз, он ничего не говорит, не говорит ни с кем. И царь попросил его, сейчас я вижу, что ты получил милость Бхагаватам, я хочу услышать Бхагаватам от тебя. И вот если мы не... И вот если мы будем изучать комментарии, комментировать Бхагаватам, как-то объяснять красиво, это не значит, что у нас есть прямое осознание Бхагаватам. И оно должно быть. Южноиндийский царь. Я сказал, говорил уже про него, Кулашекар в Мукунда Мала 103 описывается его настроение. И вот Кулашекар говорит, он молится Верховному Господу. О, Локанатх. И вот Кулашека говорит, он был великим царем в Южной Индии, у него была преданность, и он молится лотосным стопам Верховного Господа, о Господь. О, Локанатх, я родился в этом материальном мире, я думаю, что это то, что я родился в человеческом теле, это мое великое достижение.
И он называет Господа таким именем, и это моя молитва твоим лотосным стопам. Это моя единственная молитва твоим лотосным стопам. И я думаю, что это твоя, если ты даруешь мне такое чувство, что я хочу стать слугой слуги твоего слуги, и я думаю, что это будет великая милость. Если ты хочешь даровать мне свою милость, сделай так, чтобы я обрел чувство, что я мог стать слугой слуги твоего слуги. И это моя наивысшая цель жизни. И Кулашикара, и Шрила Бхактивиген Бхарати Махарадж тоже говорил о том, как Кулашикар он развил это, он был преданный. Но он захотел оставить свое царство. Кулашикар, ему надоела вся эта обстановка, те обманщики, которые все министры, жены, все обманщики. И вот Кулашикар постепенно развил сильную непривязанность и решил оставить это царство и уйти подальше, чтобы совершать баджан в уединении. И вот у него был большой храм, и перед, а точнее, этот, как его, дворец был перед дворцом, большой храм. И вот все они, южноиндийские люди, они поклоняются Нарайне и саду там с различными саньяси были, служение происходило Нарайне. И вот для и вот эти украшения там были украдены. Как украдено, никто не знает. И царь не мог поймать никого, но он осознал, что наверняка кто-то, тот, кто живет во дворце, это сделал. А как же определить, кто ж именно украл из домашних, поскольку без нельзя наказывать, не доказав вину человека. И вот он решил, как же наказать? Вроде наказывать нельзя никого, но надо определить, кто же вор. И вот царь решил проверить, поскольку он умолился Верховному Господу: «Я хочу наказать виновника, тот, кто украл украшение у Господа, совершивший такое оскорбление». И вот он, этот аквариум, ну, имеется в виду емкость с змеями, ну, в общем, какую-то емкость такую прозрачную притащил стеклянную, и внутри поместили змей, и отверстие было, через которое нужно было руку просунуть. И если человек не вор, то змеи не кусали его, если вор, то кусали. И вот царь с такое устройство сделал, позвал всех своих придворных. И царь, вот он поместил в эту емкость прозрачную ядовитых змей и сказал,
И вот царь пригласил всех своих этих придворных. И сказал, что каждый должен поместить руку внутрь этого ящика со змеями. И если вы невиновны, не воры, то змеи вас не укусят. И вот он взмолился Верховному Господу из-за огромной любви. «О Господь, Ты в сердце каждого, как Параматма пребываешь в сердце всех живых существ, в том числе и в сердце этих змей. И моя просьба к Тебе, о Господь, те невинные змеи не должны кусать их». И с такой молитвой этот царь организовал большое собрание, и царь сказал, вначале всего, я сам помещу руку внутрь этой емкости с змеями, посмотрите. И царь поместил свою руку туда и перед тем сказал, о змеи, будьте осторожны, если не кусайте невинных, если человек невиновен, не кусайте его. И вот царь в доказательство своих слов поместил свою руку в емкость со змеями, и никто не укусил его. И потом следующая очередь следующих министров подошла, и вот главный министр, он попросил, вот его очередь подошла, точнее, и тот не готов был, он начал плакать, трястись, и его поймали, и он признался, что он украл золото у божеств. И после этого царь Кулашекар, он развил такое, он понял, что те, на кого и надеялся, одни обманщики, вот эти министры, которым так доверял, они обманщики, поэтому что толку мне тут жить? И вот он оставил свое царство навсегда и ушел совершать баджан в уединении. И таким образом, мы материалисты, те, кто обусловленные души, они никогда не развивают такой отреченности, поскольку они стремятся к наслаждениям. И поэтому они не развивают такой отреченности и не могут обрести бхакти. В этом главная проблема. Но Шрила Прабхупад, он ведет их таким образом, чтобы люди смогли, не стремились к таким наслаждениям, но все же после того, как Шрила Прабхупад ушел из этого мира, так много проблем случилось, я не хочу говорить об этом. И вот после того, как Шрила Прабхупад ушел, много проблем случилось, и Шрила Прабхупад в своих письмах говорил каким-то преданным то, что я не соглашаюсь с вами, поскольку вы думаете, что у вас есть какая-то особенность. Шрила Прабхупад пишет в одном письме одному преданному, своему так называемому ученику, то, что вы думаете, что у вас есть... Шрила Прабхупад говорит, вы следуете своим собственным путем. Пранипат, Парипрашна и Сева. И это тройная процедура, через которую мы можем развить Шаранагати, обрести бхакти, татвагьяну и все остальное. Но если вы не следуете этому Парипрату, Парипрашне и Севе, то вы вот следуете своему этому беспокойному уму, но какое благо от этого получите? Если вы спорите насчет того, что в вашей жизни вы уже приняли какие-то саньяси и брамачари и возвышенные личности, и после этого вы обнаружите,
живете какие-то недостатки в таких возвышенных личностях и теряете вдохновение совершать баджан. Шрила Прабхупад говорит, что такое настроение подобно самоубийству, я не могу его одобрить. Может кто-то падает, но какое отношение к нам это имеет? Мы не должны быть слабы настолько, чтобы майя нас снесла. Вот в этом киртане говорится, что мы не должны поддаваться потоку майи. И вот Шрила Прабхупад говорит, что мы... Я не соглашаюсь с такими людьми, поскольку если мы хотим обрести абсолютную истину, если мы действительно заинтересованы в обретении абсолютной истины, то тогда никто не может принести нам никаких проблем. А если у нас какая-то слабость, если мы следуем каким-то таким непонятным людям, как своим этим, как своим наставникам, это плохо. И моя просьба, не Шрила Прабхупад говорит, моя просьба, не пытайтесь находить недостатки в других, а лучше находите в себе и исправляйте. Не пытайтесь следовать пути Экалабхи. Лучше, если вы будете следовать пути Парива Рамани, этой целомудренной, благочестивой женщины, нужно следовать ее примеру. Экалабхи. Мы не должны следовать его пути, поскольку он показал. А Экалабхи хотел доказать, что он получил силу от Гурудева. Но он получил это не от Гурудева, а благодаря силе своего ума. И это не бхакти, поскольку Гурудев никогда не одобрял Экалабхи. Но он силой получил то, что хотел, и это не бхакти. И Шрила Прабхупад говорит, что мы не должны следовать Экалабхи, а должны следовать настроению целомудренной, благочестивой женщины. И вот Шрила Прабхупад говорит, такая целомудренная, благочестивая женщина, что она делает? И вот чтобы удовлетворить своего мужа, она следует какому-то пути, благодаря которому ее муж будет доволен. И также удовлетворить Верховного Господа, имеется в виду Шри Чайтанья Махапрабху. Мы должны следовать нашему Гурудеву, Гуру и Вайшнавам, и пути Шраута Пантхи. Мы не должны, нам нет нужды следовать идеализму каких-то материалистов. Может, они какое-то положение в обществе занимают, может, уважаемые, но толку для нас нет от них. И вот в идеализме Шрилы Прабхупады мы никогда не находили склонность к самоубийству. Что если кто-то делает неправильно, то есть это не значит, что мы должны делать так же неправильно. Шрила Прабхупад организовал какое-то общество, там могут проблемы, конечно, быть. И однажды Госвами Махарадж и Хайгрив Брамачарья, Бхактидайта Мадава Госвами Махарадж и Апракрита Прабху, они подошли к Шрили Прабхупаде и сказали: «О, Прабхупад, мы собираем деньги здесь и там ради служения вам и Мадху, но мы не готовы давать эти пожертвования тому вот инчаржу, хотим вам отдавать, поскольку он непонятно, куда их дает, и нам обидно за это». И Шрила Прабхупад сказал: «Думаете ли вы, что я не знаю об этом? Но какое отношение это имеет к вам?» И вот они пришли к Шриле Прабхупаде
и сказали, что вот... Ну, сказали, что тут коррупция такая, какая-то испорченность такая, что делать? И Шрила Прабхупада ответил: вы думаете, что я не знаю, они пришли ко мне не для Харибаджана. Они пришли ко мне, чтобы получить какие-то материальные удобства. И вот они и получают. Но вы пришли ко мне, чтобы обрести бхакти. И в чем же проблема с вами? Совершайте свой баджан. И таким образом Шрила Прабхупада, он всегда поддерживал тех, кто заинтересован в совершении подлинного баджана. И те, кто хотели следовать Шриле Прабхупаде, Шрила Прабхупада, он всегда помогал им и говорил, что никогда не критикуйте других, а находите недостатки в себе, и тогда вы сможете исправиться. У меня есть своя обязанность, я действую как ачарья, это моя обязанность говорить как-то жестко, может быть, и зачем вы пытаетесь заниматься моими обязанностями по отношению к тому, чтобы контролировать кого-то. Это моя обязанность, я действую как ачарья, и поэтому я должен делать, почему вы на себя берете эту ответственность. И таким образом Шрила Прабхупад, он всегда проверял всех своих этих учеников, Шикшагуру, Дикшагуру. Шрила Прабхупад говорил, что у нас не должно быть никаких материальных представлений о Шикше или о Дикшагуру. Все время мы должны думать, что Гурудев, он не материальная личность. Гурудев, он сам Верховный Господь. И вот если с материальным представлением мы будем относиться к Гурудеву, то это плохо, это может стать причиной нашего падения. И вот Шрила Прабхупад, он говорил, как мы можем... Вот об этой шлуке он говорил. Без осознания Вайкунтхи, без прямого осознания Вайкунтхи, никто не может проповедовать. И если нет прямого осознания Вайкунтхи, он не может действовать как Апракрита Гуру. Признак Апракрита Гуру, Шрила Прабхупад говорил всегда об этом, то, что признак Апракрита Гуру, то, что он, его непрерывное желание служения, когда мы можем найти, что он занят непрерывным служением Вайкунтхе, то он всегда у него есть какой-то такая индукция, значит, это такое сияние буквально, и он может действовать как ачарья. То, что уполномочен сверху, имеется в виду, и он может проповедовать, обычные люди не могут проповедовать, это невозможно. И вот в Бхагавата Махапуране говорится, как обрести таттва-гьяну. Бхагавад-дхарма. Как обрести таттва-гьяну, Бхагавад-дхарму? Как обрести Бхагавад-таттва-вигьян? Есть такая процедура, описывается в Бхагаватам. Вы
вы можете обрести полное знание о Бхагавад-дхарме от вашего Гурудева. И вы должны думать, что Гурудев и Бхагаван, они не отличны друг от друга. И у нас не должно быть никакого лицемерия, никакой возможности майи войти в нас. Если у нас есть анугатия, но какой-то промежуток для майи, если есть, то это не подлинная анугатия. И вот майя анувритта, значит, мы должны следовать сердцу Садгуру полностью без остатка. У нас не должно быть никакого этого отклонения. Мы должны с полной искренностью следовать наставлениям Гуру Вайшнавов. Анувритта, значит, это анугатия и непрерывное служение. Шраута Пантха. И если вы можете делать так, то в этом случае вы обретете Бхагават-тато Вигьяну. И через эту процедуру Верховный Господь, Он будет доволен. Через эту процедуру Верховный Господь, Он будет доволен. Очень доволен. И не только это, также Верховный Господь хочет себя буквально продать такому преданному. Верховный Господь может продать себя. Можно вспомнить, в Бхагаватам говорится, Бхагаван, он хочет следовать такому преданному, который следует Садгуру. Большинство из нас думают, что Шрила Прабхупад в своей лиле. Много людей, почему я говорю так? Много преданных Шрилы Прабхупады, они находили недостатки в самом Шриле Прабхупаде. Они думали, что Шрила Прабхупад говорит Харикатху, делает вот так и так, и думали, что какой-то недостаток, какая-то ошибка в Шриле Прабхупаде. И иногда они думали, что если Шрила Прабхупад антарьями, то почему Шрила Прабхупад внешне одобряет действия каких-то людей? И вот они говорят, если Шрила Прабхупад антарьями, то есть подобно сверхдуше, которая в сердце каждого пребывает, почему он одобряют чьи-то вот действия, но они не могли понять настроение Шрилы Прабхупады. Я много раз говорил, Шрила Прабхупад говорил, то, что я могу снизойти на любой уровень ради подлинного служения Шри Чайтаньи Махапрабху. Шрила Прабхупад говорил, что может опуститься на любой уровень ради служения Гуранги Махапрабху. Кто-то спорил с Шрилой Прабхупадой, когда Бхактивинода Тхакур ушел в 1914 году, то через какое-то время они начали спорить с Шрилой Прабхупадой и говорить, что вы очень строги во время Бхактивинода Тхакура. Бхактивинода Тхакур, он созвал народ, который киртаны поет с Шантипура. Мы видели, они совершали киртана, а Шрила Бхактивинода Тхакур сидел и слушал, много людей приходило. А вы никогда такого не позволяли в своей жизни. Шрила Прабхупад сказал, вы никогда не сможете понять настроение Шрилы Бхактивинода Тхакура. Бхактивинода Тхакур, он был, никогда не поддерживал таких сахаджийских киртанов, как мы же видели. Шрила Прабхупад говорит, сейчас Шрила Бхактивинода Тхакур ушел,
и вы спорите со мной. Через какое-то время вы найдете много недостатков в этом, и будьте уверены, что Бхактивинода Тхакура никогда не был сахаджием, он был чистым шуда-бхактой. Иногда Шрила Бхактивинода Тхакура организовал такие праздники, чтобы обмануть вас, глупых людей. Шрила Бхактивинода Тхакура делал так, и он сидел, повторял харинам. А почему? Поскольку те, кто не заинтересованы в том, чтобы приходить в даму, в том, чтобы совершать саду-сангу, те, кто не слушают харикатху, для них Шрила Бхактивинода Тхакура был очень умен. Он организовал какие-то сахаджийские киртаны, чтобы эти много людей естественным образом приходило, и у них была возможность еще увидеть лотосные стопы Шрила Бхактивинода Тхакура, услышать харикатху от великих саду, и они обретали благо таким образом. Можно изучить наставления Шрилы Бхактивинода Тхакура. Никогда такого не было, что он сахаджийские киртаны позволял. И вот Шрила Прабхупад говорит, если вы думаете таким образом, что Шрила Бхактивинода Тхакура приглашал каких-то сахаджи, это полностью неправильно. Никогда такого не было. Шрила Бхактивинода Тхакура никогда такого не делал. Но это была такая техника. Но сейчас мы не можем следовать этой технике. Вот такая великая личность, как Шрила Бхактивинода Тхакура, может делать это, но мы нет. Мы не можем такого делать. Шрила Бхактивинода Тхакура. Вот Ганиш Киртани из Шантипура в Йогапит приглашал еще кого-то там. И Шрила Прабхупад говорит, у нас нет права слушать такие сахаджийские киртаны, которые доступны на рынке. У нас нет права слушать такие сахаджийские киртаны. У них нет, они не контролируют свои органы чувств, ничего не делают. И Шрила Бхактивинода Тхакура никогда не позволял такого. Но кто-то думает наоборот, и что же делать? И таким образом Шрила Прабхупад говорит то, что вот во время Шрилы Прабхупады так много преданных, они неправильно понимали Шрилу Прабхупаду. И в итоге уходили, оставив его, и они сомнения выражали, почему Шрила Прабхупад, он делает то или иное. И вот люди, кто-то сомневался в том, что Шрила Прабхупад не Сидда Махатма и не Антарьями, а все из этого. А Шрила Прабхупад, он следовал таким образом, чтобы максимальное количество проповеди осуществилось. А те, кто не следует наставлению Ям Шрилы Прабхупады и его сиддханты, то чтобы осознать величие такого великого саду, как Шрила Прабхупад, мы должны изучать его учение, его сиддханту. А учение Шрилы Прабхупады, он очень сложной, поэтому на каждом шагу есть вероятность неправильно понять его. И таким образом мы всегда хотели доказать то, что мы получили посвящение у Шрилы Прабхупады и имели возможность находиться с Шрилой Прабхупадой какое-то время. Но
такие люди, они, хотя внешне находились рядом, но не могли понять настроение Шрилы Прабхупады. Они, может, рядом находились, но осознать настроение Шрилы Прабхупады не могли. И вот к сожалению, многие отклоняются от пути Шрилы Прабхупады. В жизни любого садгуру и ачарьи мы две вещи важных находим. Ануграха и ниграха. Они могут пролить милость и наказать нас также. Садгуру и вайшнавы, у них есть право как наказать нас, так и пролить милость на нас. И вот, а если мы неправильно поймем их и не поймем их настроение саду, гуру, вайшнавов, то у них есть право наказать нас и в то же самое время право пролить милость на нас. А если мы не можем их, точнее неправильно понимаем, то в этом проблема, это может стать причиной нашего падения. И вот. I like to stop today with this, actually. Кипая хори киртана мурти дхарам дарани варахарак гаура джанам джанакадика васала снигда падам панамами сада прабхупаду падам Пранамами сада Прабхупаду падам, Пранамами сада Прабхупаду падам, Ванчакалпа Дурвасика Басинда Бхавиша, Патитанам Павана Бхавишна Бхью Намо.